Ну, опять нас привезли не на ту станцию, как выяснилось. У автобуса конечная другая. И здесь он, по идее, должен быть проходящим. Вот осталось 2 минуты до его отхода, и его здесь нет. Поэтому непонятно, куда идти и что делать. Самое сложное здесь с автобусами, конечно. С поездами даже проще. Ну, у тебя есть 2 минуты, чтобы рассказать, как ты ищешь автобус. И снова здравствуйте. Значит, про поезда мы вам все рассказали. С автобусами все гораздо интереснее. Они есть, у них есть расписание, и они обязательно пойдут. Но... Откуда? То, что он пойдет, знают все. Время, когда он пойдет, знают официальное. Точное время отправления не знает никто. Место, откуда он пойдет, известно. Но откуда он появится, тоже никто не знает. Знаешь, что он должен появиться. И вот ты как не знаю. Как вертолет, бегаешь между всеми местами, где он должен появиться, и выясняешь, появился он или не появился. Появился или не появился. Вот. Можешь бегать долго, к этому моменту он может уйти с другого места. Вот все заполняют вон тот теперь автобус. Тот автобус идет куда-то, но не туда, куда нам надо. Хорошо, понятно. Вот этот уехал тоже не туда, куда нам надо. Осталось найти тот, который куда нам надо, но его пока нет. А время уже вот убегает. Такое сложное ориентирование с индийскими автобусами. Просто очень сложное. Квест просто. У нас очередной квест. Уехать из Бунара. В этом квесте, как вы видите, мы тоже оказались победителями. Едем радостно на автобусе. Вспоминаем красоты чайных плантаций. Это сказочно красивое место Мунар. Недаром понравилось англичанам. Они еще где-то в начале 19 века обратили внимание на эту холмистую местность. Здесь погода совсем другая, не такая, как в Индии. Не так жарко. Холмы, высота самая большая, 1600 метров. И было решено, что здесь можно также создать плантации кофейные, как на Цейлоне, Шри-Ланке сейчас. Вот. И множество санаториев для отдыха англичан. Но там не сразу все получалось. Здесь были раньше леса, джунгли. Жили просто охотники, собиратели. И вот англичане там столетия пытались все возделывать, срубать леса. И кофе здесь не очень пошло выращивать, хотя долго этим занимались. А вот чай, чайные плантации прижились. Здесь раньше была и железная дорога, ее размыло наводнениями, и канатную дорогу делали. И вот сейчас существует автобусная. Ну, не автобусная, а автомобильная дорога. И это где-то 150 километров от Кочи и 245 от Варкалы. Можно добраться на автобусе, на машинах, через городки, любуясь плантациями и холмами Мунара. Про выращивание и производство чая есть отдельное видео. Смотрите, ставьте лайки. А пока мы на этом с вами не прощаемся. До следующих встреч. Вот наш автобус. Особенно мне нравятся вот эти два товарища. И там тоже еще люди.